А, это, бля, хорошо, что это только крышка. А, так это обшивка просто. Бля, я просто подумал, что целиком в ушах съебался. Не-не-не, нормально. Охуенно. Мы хуйсим, да, я уже думал, все. Я думал, реально глушак. Это, конечно, был бы просто кошмар. Нормально, нормально. Я еще еду, думаю, такой, что за хуйня на дороге-то? Вот Харлеи ебучие. А Харлеи-то вот конструктор. А? Харлеи-конструктор. Ну да. Типа разобрался по дороге нормально. Это охуенно. Красивый. Давай, кстати, поехали.
пьянка. Что? Раз такая пьянка, давайте тоже залезем. Давай. Попытаюсь или поедем? Конечно. Главное, чтобы там еще места были, кстати. Ну что, Вадим, 21.00 ровно на чеке? Ага. Я знал, я ехал и чувствовал, что ты хочешь этот чек. Ну, когда я наваливать начал? Да. Не, просто я еду и такой смотрю, а, мы, кажется, с 21.00 можем успеть приехать. Я прям еду и чувствую вот это, Вадим, как горит жопа, когда он фуру, фуру моргает. Ебанутый чувак на Камри, ему было куда подвинуться миллиард раз. Да, поебина, реально. Вадик, успели? Я просто сгорел нахуй. Сколько у нас времени получилось? Ты уже, наверное, сколько считал? 10:48. Мы успели, все хорошо. Успели? Да. Али. Мотив, да. А сколько нам у нас было времени вообще? Алло? 11 с чем-то я писал. Да, чатики. А мы проехали за 10:48, да? Да. Это с поломкой, с остановками там. Да, но мы как-то стоим, как мы это делаем. С кем он? С Ленком. С кем? С Ленком. Давай, давай. Да? Ну и все. Учиненный что ли какой-нибудь? О, давай. Он из Ступино что ли? А ты ничего не заправил? Заправил чуть-чуть. Блять. Вот теперь увидел. Теперь понятно, что заправил. Теперь понятно, да? Спасибо, Андрей. Пожалуйста. Ты нас на 100 рублей налил. А? Да не надо, тут уже ничего не поможет. Юр, помоги забрать на столе. Который отец Ступино держит. Что? У которого отец тут. Оставить? Да. Спасибо. Вадим, а что, ты взял чек-то? Держит. А на сколько держит? Ты что-то посчитал? Ну, на 70. Примерно на 70. Да не, ну он там сильно как-то повязан, я же не помню, как они. Я расскажу. Ну, в третьей категории. Что, он подъедет? Подъедет? Да, на четвертый, там 10-20. Прикольно. Вы не будете против этого? А? Вы не будете против этого? Нет, конечно, мы будем все против. Может, надо взять клубная вечеринка, ничего не дам. Я думаю, всем насрать. Спасибо. Блять, звук мотоциклов заебал же. Больше всего меня заебал звук пролетающего зуя. Почему? Я не знаю, почему он такой противный. Да. Реально, у гуся противный звук, когда он такой. Да, я обосрался несколько раз просто. Я реально боялся каждый раз. Я думал, что Лёха так только на Харлей будет ездить. Когда ты мимо проезжаешь, я в штаны накладываю. Чего? Блять, ну что звук стрёмный, реально. Ты проносишься быстро и такой... Да он не, он не такой. Он как вот на него похоже. Да, да. Такой недоспорт какой-то. Ой, блять. Ну, я хочу вам сказать, пацаны, что М4, ну такое. Чего такое? Вот мне не понравилось вот единственное. Скажи, это. По-моему, это одна из лучших трасс. М4 не понравилось. Да, потому что. Савиха вот лучше. Потому что она не освещена. Вот, смотрите, я ехал по М11, там везде фонарик. Форд Thunderbird видели когда-нибудь? Вот он есть. М11 чуть подороже. Thunderbird, да? Да. Это же древний вообще. Просто на похоже? Нет, а в 90-х сделанный под подкладку. Бля, такая стрёмная тачка. Но она без крыши будет хорошо. Что, стрёмная? Хорошая? Thunderbird какая легендарная же вообще какая-то. Стрёмная, как твой хуй. И тачка там, кстати, меньше значительно. Да похуй, зато, по-моему, камер тут вообще ни одной. Блин, ну просто я сравниваю, типа, ощущения от того, ой, бы, и от этого, блядь, ну это так, вот, а фоткались? Сегодня было прям потно, блядь. На фоне заправки. А все вот эти табло, которые говорят там погода, температура, они постоянно писали, что нарушено ПДД, типа, значит, оно засекли или... Нет. Или просто... Не. Мы все нарушаем. Не. Это понятно, ну типа, что же, камеры повесили, поп-поп? Нет, там это не камеры висят, когда у тебя пишется, превышаете скорость, там... стоит твой педаль, который твою текущую скорость меряет и говорит тебе, типа, сбавь оборот, чувак.
камеры там, которые ГИБДД данные передают, как правило, нет. Кто отец-то? Бля, ну в конце дождь все испортил, так хорошо было. Я ехал, прямо радовался, думал, бля, посохнет. А почему не? Давайте вот, вот так вот сделаем. Вот, 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 вот. Кстати, что я подумал? Мы, по-моему, как-то обсуждали это все нормативы. Я подумал, мы все ломались насчет того, как вот это фиксировать и так далее. А может быть, попробовать изучить, как фиксируют всякие КП на различных рогейнах, потому что там же есть либо сканирование QR-кода наверняка есть, а еще, может быть, какая-то радиометка. Вообще, чувак, знаешь, как проще всего? GPS-трекера. Да, каждый включает GPS-трекер на телефоне. Да, можно есть приложение, которое тупо тратит. Да, просто тратит. Надо еще тратить. Да, там можно видно, и там любой маршрут можно задать, получается. Я просто думаю, что это прикольно сделать какой-нибудь формат. Да, с разными. Ну, то есть, чтобы у тебя была пересеченка, асфальт, пересеченка, асфальт, для туристов. Я тоже об этом думал. Серьезно? Но знаешь, что я не могу обсуждать? Знаешь, как ему выводить? Что не по всей России это люди смогут. Ну да, Россия на 10 километров. У нас же федерального масштаба норматив. Ставлю 100 рублей, что никто не поедет этих нормативов. Я, кстати, ставлю 200. Что можно заказывать 7 нашивок и забыть об этом. Не, может, тебе уже... Мне кажется, страшно, полежат у тебя лет 15, пробы кинешь. Нихуя. Нам придется 3 раза один и тот же норматив ездить колонной, чтобы на и вот здесь вот чисто такой как Брежнев, знаешь, блядь. Сами придумали, сами играем. Ой, молодцы. Ой, у нас так много нормативов пришито уже. Давайте планки пришиваем. РБ-100 можешь придумать. Есть каждый выход. Я думал, а РБ-2000 пока ехал. Думал, блин, в целом нормальная тема. РБ-миллион, нахуй, давай поговорим. РБ-300 и РБ-69. Все, официально заявляю, что Федор попердолен. Блин, раньше, кстати, норматив гораздо более был. А чё? Может быть, раз 50? И раз 25. За хлебушку. Бля, я ехал и собирал статистику гуся. Чё ехал? Собирал статистику гуся. Что на статистику гуся? Вывод нужен к самости. Нужен к самости. Не, я понял, вы как сейчас. Знаешь, в чем он заключается? Пролетать мимо нас вот так вот. Прыгать на нем, вот так вот ручку откручивать. Или вот так вот, да, ручка это пиздец, как будто там крадом ебашит. Я их издергивал, я думал, я один ржу, нет, кажется, это все. Лёха приезжал с плотилки, на козла встал и такой... Нет, самое пиздатое, что я сегодня видел, это как тебе, по-моему, шлагбаум по ебалу зарядил там. Потому что Лёха тебе? Не, он не зарядил, он еле уклонился. Я еле уклонился. А ты что-то заглох или что-то опять пердеть там начал? Короче, я не знаю почему, он у меня два раза сегодня, когда я с пустой, типа, на первое отстреливаю, прижимаю вступление, и он был. Я понял. Да, смотри, короче, ты мы едем вот раз, два. Четвертый, да, но в какой-то момент вы почему-то перестраиваетесь не вот так, а вот так вот. Не, я и получается, что он в два раза длиннее. Нет, третий, я до первого. Ну, короче, вот нет, после длинного... Типа, когда...
когда длинный. Не, ну я предвидел, что идет стрелок. Да, да, ты прыгнул, не попало. Не попало, вот издалека видно было, что как будто вот чиркнуло прям вот по жопе. Ну, может, по фрукте еще. Это кто транспорт, да? В тот раз не попал в Хэдлэйн. Но там другая была история. Я ни разу не ездил по транспортам никогда до этого. Вот, я хз. Прошлый раз ты попал в Хэдлэйн? Да, прошлый раз. Все. Там смотри, какая история. Я привык к тому, что ты подъезжаешь к шлагбауму, оплачиваешь, и он открывается. Рассказывай историю. А тут наоборот, ты подъезжаешь, он открывается сам. И я думал, что Андрюха нам говорит, подъезжай поближе, а на самом деле все уже открыто. И все. Короче, Андрюх, я только к самому концу разгадал, почему у нас не срабатывают иногда транспондеры. Надо вставать... Извини, но надо рассказывать, Вадим. В общем, надо вставать, короче, в правую часть полосы, вот, и тогда получается проезжать по транспондеру, вот. В правую часть, да, полосы. В правую часть полосы. А если в левую, то тебя транспондер не видит, а я тебя вижу. Андрей проезжал все разы по левой части полосы и всегда все срабатывало. Да? Ну, кроме пары раз. Лёх, 3 минуты. А ты говорил, что ты понял кайф Кутаиси. Давай только уточним, в кафе Кутаиси, а не в сам Кутаиси, братан. Сам Кутаиси. Чё, через верхний Кутаиси? Ларс. А? Через верхний Ларс. Лёх. Верхний Ларс. В чём кайф Кутаиси? Да. То, что я проехал 1000, я могу ещё проехать на 500 запуск. О, Лёха готов к джижейке морально. Блин, да. Ты на нём, да, ты типа отсиживаешься, жопа, спинка болит, но нет такой какой-то прям вот усталости, как на Харлее. У меня тоже болит спина и жопа, но я отсиживаюсь. Статистика гуся. Вот по статистике, короче, у гуся 1200, 220 и 126, по-моему. Это краткая статистика гуся. Еще сегодня гусь 1000. Вот такая статистика. Нужен Ксанакс. Спасибо. Юр, как тебе поездка? Нормально. Понравилось? Да. Поедешь еще? Да, только не по М4. Я хочу по М11, там лучше. Там светло? Да, там светло, а на М4 было не светло. И дождик шел. У меня все ноги промокли. Ну ладно.